Водитель, устроивший в конце ноября смертельное ДТП на трассе М2, отделался судебным штрафом. Авария случилась на 340-м километре федеральной автодороги. Мужчина, управляя КАМАЗом, при совершении маневра не уступил дорогу «Фольксвагену» Пола. В результате столкновения четверо пассажиров иномарки получили травмы, а водитель легковушки погиб. По части 3 статьи 264 УК РФ виновнику грозило до 5 лет лишения свободы. Однако Мценский райсуд освободил его от уголовного преследования, ограничившись судебным штрафом. Это решение прокомментировали в областном суде. Двое потерпевших по делу не возражали против прекращения уголовного дела с назначением обвиняемого судебного штрафа, поскольку каждому из них вред возмещен в сумме 800 тысяч рублей и в сумме 50 тысяч рублей соответственно, и претензий к обвиняемым потерпевшие не имели. Помощник Мценского межрайонного прокурора Орловской области также не возражал против прекращения уголовного дела по данному основанию с назначением судебного штрафа обвиняемому. Материалы дела содержали достаточные сведения, позволявшие суду принять соответствующее решение, назначив обвиняемому судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановлением Мценского районного суда Орловской области от 3 марта сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.